Штормовое предупреждение действует в московском регионе. В прогнозе на сегодня ветер с порывами до 20 метров в секунду. Многие абоненты даже получили на мобильные телефоны сообщение от МЧС с призывом быть максимально осторожными. Сейчас лучше не парковать машины под деревьями и по возможности обходить стороной шаткие конструкции. Как говорят синоптики, такая погода – это результат взаимодействия западного циклона и сибирского антициклона. Довольно сильный ветер, который может повалить деревья старые, там, щиты рекламные, плохо укрепленные. Так что это в условиях города может быть таким неблагоприятным фактором и опасным. Ситуация в целом сохраняется, так что в последующие дни будет также ветреная погода. Ну, возможно, ветер немножко слабее. Вот завтра мы прогнозируем порывы до 17 метров в секунду. Также возможны небольшие осадки. И главная особенность последних дней – аномально высокая для февраля температура, выше нормы на 8-9 градусов. В этом плане серьезных изменений в ближайшие дни ждать не стоит. Столбики термометров могут подниматься до плюс 4. Подробный прогноз погоды от специалистов гидрометцентра в эфире «Вечерних новостей» узнаем завтра.